Всем привет, вы на канале «Чем побриться». И сегодня у меня будет, надеюсь, приятное бритье. Во-первых, я буду тестировать новую пену для бритья «Барбазол», которую меня просили купить и протестировать. Да, читал отзывы, все говорят, очень нравится эта пена. Вот, поэтому посмотрим, что это такое. Вообще из Штатов привезена эта пена, ну, делается для Соединенных Штатов. Вот, единственное, что у меня нету бритвы «Барбазол», хотя вот тут на этикеточке, можете увидеть, рекламирует «Барбазол Razors», да, бритвы от «Барбазола». Может быть, они хорошие, но я пока купить не могу их. Вот, и буду сегодня тестировать вот такие лезвия Wilkinson & Sword Hydra Comfort Skin Resort. Вот, специально для длинного волоса, у меня сегодня длинная щетина опять, вот, прям запускаю, прям пытался побриться, короткий волос побрить какой-нибудь другой бритвой, там, одноразовым станком, но что-то мне сегодня не получается, вот, зарастаю, поэтому сегодня побреюсь вот такой, таким лезвием, таким станком, таким, не знаю, как называется-то, кассетой такой, да, Skin Resort. Есть Skin Protector, а это именно Skin Resort. Skin — это кожа, Resort — это обновление. Не знаю, может, мне кожа сейчас режет, посмотрим. Ну и поможет мне вот такая ручка от Wilkinson'а, Wilkinson Nog. Заменю у нее лезвие, вот. И попробую применить к этой ручке. Если не подойдет, то у меня еще много всяких Wilkinson'ов, обзор которых есть. Есть целый плейлист, который сейчас ссылочка на них будет, там в числе и обзор вот этого Wilkinson'а ног, который мне очень понравился. Вот. И не подойдет, возьму другую. Вот. Давайте откроем, пока у меня волос на лице немножко распаривается. Ну, как сказать, распаривается. Значит, у меня две лезвия купил на Яндекс.Маркете. Не, вру, как на Яндекс.Маркете. На Озон за 500 рублей. Правда, я что-то сплоховал с ценой. Можно было за 600 рублей купить 4 штуки. Вот. Но, как бы, извиняйте. Купил и купил. Мне больше не надо. Так, пробуем головку. Головка не подходит. Да. Смотрите, как. Эта головка не подходит, поэтому я пошел за другой. Так, берем мои всякие станочки, смотрим. Это у меня точно такая же головка. Вот Дамслера, он тоже наверняка не подходит. Да, смазывающий слой, да. Поэтому ищем следующий. Есть у меня, вот она, гидра. Гидра, наверное, как раз и подойдет. Да, надо было сразу же гидру брать. Ручка Гидра от Гидра 5. Она подходит и прям как идеально встала. Так, значит, взяли эту ручку, вкладываем все остальные бритвы. Значит, смотрим, что это такое. Значит, три лезвия, смазывающий слой, как у Wilkinson'а. Он откидывается, смотрите, откидывается и для попадания в сложнодоступные места, прям отличная, вот, прям защелкивается так хорошо, ну, прям типичная гидра. Единственное, что вот свой натяжитель тут не прорезиненный, а пластмассовый, и очень похож на, по своей структуре, ну, по тому, как есть, на жилет Skin Guard, который, по-моему, Skin Guard, одноразовые вот эти бритвы, которые производят исключительно для Индии. Ссылочка сейчас у вас будет в вашем правом углу, либо в описании, если вы на Дзене. Вот. Очень хорошая бритва, мне очень понравилась, классно бреет. Вот. Надеюсь, что это тоже. Сейчас мы кожу заскинем, заресетим. Ручка у Wilkinson'а такая интересная. Ее можно зафиксировать, чтобы она не ходила вот в этой плоскости. Можно открыть, она вот такой тяжелые надавливания, оно уходит, контролировать надо. Так, берем пену «Барбазол», встряхиваем. Вот, надеюсь, все подписались на мой телеграм-канал «Чем побриться». Ссылочка сейчас будет вот в описании, либо вот у вас выскочит. Ну, переходите через описание в телеграм.
Вот, значит, берем огнетушитель, нажимаем на кнопочку, выдавливается, очень хорошо пошла. Не знаю, сколько ее нужно, но взяли, как обычно. Значит, по запаху. Запах есть что-то ментоловое, но совсем-совсем чуть-чуть. Вот. По ощущениям пока не знаю, на голове особо не чувствую, что у меня там. Вот. Наносится достаточно приятно. Я думаю, кстати, она будет держать волос, который срезается. Она такая густая достаточно. Да, есть жидкие пены, такие как Дионика, например. Вот, а есть густые. Вот это к густым относится. Да, пена мне пока нравится. Так, наносим. Наносим. Пена оказалась, расход не очень большой. Я взял лишнее. Вот. Ну окей. Так. Берем наш станочек с лезвием Skin Research Hydra 3. Три лезвия. И делаем короночку, проводочку. Да. Лезвие бреет. Очень приятно. Пытаемся забить. Не смываем. Угу. Очень хорошо бреет, но она забилась и перестала брить меня. Мы промываем. Промывка работает хорошо, волос исчез. Да. Но при этом проход очень маленький между лезвиями. Угу. Продолжает брить после промывки. Давайте в другую сторону лица. Опять забилась. Промываем. Интересно, она забивается из-за пены вот этой на лице. Или просто то, что реально проход маленький, его он длинный. Так. Ну. Работает. Я лицо уже побрил. В принципе, по визуально можно назад не вести, но я сейчас еще в обраточку пройду. Естественно, кожа у меня гладко это скользит очень хорошо. При этом, кстати, смазывающий слой, нет вот этих соплей пока. Но еще просто, может, не время. Так, можно не наносить еще раз пену. Угу. Мне очень нравится и сам этот станочек. Он один из моих любимых. Я его всем рекомендую, если меня спрашивают. Вот. Ну и лезвие, в принципе, ничего. Но я бы сравнил, конечно, их с Hydra 3. Какой-нибудь Skin Protection, наоборот. Потому что я не очень понимаю название Skin Reset. Что с моей кожей происходит, ну, совершенно непонятно. Давайте голову. Мне кажется, что вот Hydra 5 брила лучше. Ну, правда, может быть, мне кажется. Так, смываем. Чувствую, что перестало брить. Угу. Да, я нанес достаточно много пены. Можно, конечно, меньше ее наносить. Она легко справляется с теми функциями, которые мне возможны. Это смачивание и держание волоса на станке, чтобы он не падал. Вот, даже, наверное, я чуть-чуть переборщил с ним. Так, окей. Голову я тоже побрил. Ну, знаете как, я не могу сказать, что я прям в восторге. В принципе, я этого и ожидал. Но я не разочарован. Бреет хорошо. Единственное, что вот эта вот пластмасска, которая вот тут, вот, вот этот пластмасс слой, он реально чувствуется на голове. Так.
Давайте чистенько сейчас побреемся. Вот. Конечно, ну для батла ей, конечно, тяжеловато будет. Если только пробовать ей, как она работает, соревноваться с джилетом, который из Индии. Ну вот не могу пробрить никак себе затылок. Сколько вожу, а все там волос. Вот. Давайте попробуем зафиксировать лезвие. Ну, непонятно. Короче, чувствуется эта пластмасса, которая давит. Может быть, она как раз и сносит нам, как он называется-то, кожу, скин наш. Вот, а может, я просто английский не знаю. Так, пошел у нас вот этот смазывающий слой, как сопли. Смотрим, давайте. Пум. Есть немножко. Так, открываем. Ну, вот это, конечно, клевая штука. Мне очень нравится, вот, когда ты открываешь. Да. Но при этом я чувствую, что я вожу вот этой зеленой пластмассой себе. И мне некомфортно. Ну, видимо, это как бы намедлители на кожу. Вот. Может, ноги попытаться и побрить. Посмотрим. Ну, окей, давайте подведем итоги. Так, подводим итоги. Значит, пена Барбазол из Америки. Пена очень хорошая, достойная. Вот, если она недорогая, я уже не помню, сколько я за нее платил. Сейчас ценнички я выведу на экран. Если она недорогая, то, в принципе, она очень достойная. Расход у нее экономичный будет. Я очень много прям нанес ее. Вот, надо гораздо меньше наносить, в половину, наверное. Вот, такой приятный аромат, не резкий, такой прям, есть запах ментол немножко. Вот, Pacific Rush, кофеин и ментол. Ну, не знаю, какой там успокаивающий у нее есть или нет, я не знаю. Вот, ну, такой приятный послевкусие. Вот, пену я, естественно, рекомендую. Вот, можете ее купить по моей ссылочке, которая будет в описании на Яндекс.Маркете. Вот, вам будет скидка, мне будет партнерское вознаграждение. Так, теперь по поводу лезвия. Ручка у меня старая, подходит к гидро. Вот, вот этот Skin Protection. В общем, я так понял, если вот тут у вас написано на упаковке гидро, то оно подходит только к гидре. Вот, назад не подходит, другим станочкам не подходит. Вот, дальше откидывающий слой очень хорошо. Лезвие, проход между лезвиями достаточно маленький, слабоватый, бритва забивается на длинном волосе. Вот, хотя, по идее, она предназначена именно на длинный волос. Вот, и если у вас нету чем промывать ее, там, напор воды, то, мне кажется, достаточно сложно будет. Но, опять же, это мое мнение. Вот, ну а вот этот вот слой, где обычно натяжитель, который есть, собственно говоря, Skin Resource, скорее всего. Вот, ну, может, вот так надо водить, я не знаю. Вот, ну, такое достаточно, такое ощущение, что я реально пластмассы вожу себе по лицу, по голове, по коже. Вот, ну, не очень приятное чувство, когда я брился джилетом индийским. Вот, я такого не ощущал, не знаю, почему так, но вот, тем не менее, вот, не могу сказать, что я прям рекомендую эти лезвия, этот, как бы, кассеты эти, вот, но, тем не менее, видимо, для определенного типа лица, кожи, волоса она пригодится, вот, ну, и можно, собственно говоря, устроить с ней батл, кто-нибудь с ней сразится потом в будущем, пока я не знаю. Все, а на этом просьба меня простить, я откланиваюсь, вот, всего вам доброго, до скорых встреч, всем пока!